Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Киселева Наталья Александровна. Я руководитель частного образовательного учреждения «Странник». И сегодня я расскажу вам о тех средствах альтернативной коммуникации, которые могут быть использованы для улучшения качества общения пациентов с боковым амиотрофическим склерозом и их родственников в различных жизненных ситуациях. Мы постарались собрать для вас максимально полную информацию, вот то, что на данный момент информацию, всю информацию, которую мы располагаем на данный момент по этому вопросу, чтобы вы могли подобрать для себя и для ваших близких те варианты коммуникации, которые подходят для вашей жизненной ситуации. Проводит вот эту работу большую по сбору информации сейчас служба помощи больным СБАС ассоциации ГАРДИ в городе Санкт-Петербурге. И в этой ассоциации в рамках работы службы помощи проводятся также индивидуальные консультации по вопросам и медицинского сопровождения, и вот по средствам общения для пациентов СБАС. В первую очередь мне бы хотелось поговорить с вами о том, что дает человеку коммуникация. Мы настолько привыкли общаться, мы настолько привыкли к тому, что нам доступна речь, что, в общем-то, не представляем себе, что же именно мы теряем, когда речь становится по той или иной причине, в данном случае по причине заболевания, нам недоступной. И чаще всего коммуникация понимается как общение людей в процессе совместной деятельности и обмен информацией, идеями и мыслями. Это вот такое традиционное понимание коммуникации, но оно очень, как вот если покопаться, оно очень уплощенным получается. То есть, когда мы начинаем терять общение, мы не только теряем возможность передавать друг другу какую-то информацию, ну, допустим, о том, что нам нужно купить хлеб или прочитать, мы хотим прочитать какую-то книгу. То есть мы теряем значительно больше. Ну, во-первых, с помощью речи мы побуждаем друг друга к различным действиям. То есть для того, чтобы один человек что-то сделал по просьбе другого, эта просьба должна прозвучать. То есть это побудительная функция коммуникации, она очень важна, и мы используем ее в повседневной жизни постоянно в общении друг с другом. Кроме того, мы координируем совместные действия. Координационная функция легко проявляется, когда мы говорим: «Дай мне руки, я тебе помогу, например, присесть», да, или там: «Давай ты приподнимешь руку, а я тебе подложу подушку». Вот это именно с помощью речи мы осуществляем такую координацию совместных действий и помогаем друг другу в выполнении каких-то и бытовых, и каких-то более сложных действий. Вот. Очень важна функция понимания, причем адекватного понимания происходящего. Иногда трудно добиться, пока тебе не объяснят, что, собственно, происходит, да? Или пока ты не выспросишь сам то, что тебе интересно. Вот эта функция понимания, она тоже очень важна. И люди, которые лишены возможности коммуницировать с помощью речи, иногда оказываются в ситуации полного непонимания того, что происходит. Потому что те, кто вокруг взаимодействуют и общаются с внешним миром, понимают то, что они делают и что должно происходить в ближайшее время. А человек, который сам это взаимодействие не осуществляет, может оказаться лишенным понимания. Но это так же, как вы после отпуска приезжаете на работу, и вы выпали из контекста, что происходит в данный момент, да, на вашей любимой работе, потому что вы некоторое время отсутствовали, и вам необходимо включиться в контекст происходящих событий и продолжить, так сказать, уже со всеми вместе дальше свой труд. Вот эта функция понимания – это тоже та функция, которую именно речевая коммуникация в большей степени нам с вами и обеспечивает. Ну и, конечно же, такие функции, как эмотивная функция, то есть когда мы хотим возбудить какие-то переживания в партнере, да, то есть или наоборот погасить негативные переживания, и нам нужно подобрать слова, которые позволили бы другому человеку изменить свое эмоциональное состояние, посмотреть на какую-то ситуацию с другой стороны. Я часто сталкиваюсь с тем, что сами пациенты, люди, которые испытывают какие-то трудности именно в данный момент жизни, ситуации изменения, им очень хочется успокоить своих близких, которые волнуются чуть ли не больше самого пациента по поводу всего происходящего. И вот этот вот момент, когда ты пытаешься успокоить окружающих и сказать, что ты уже, там, допустим, адаптировался, там, как-то понял, смирился с чем-то или понял, как себя вести в изменившихся условиях,
Это необходимая тоже функция для того, чтобы все, кто осуществляет взаимодействие, могли друг друга успокоить, подбодрить, дать возможность почувствовать дружеское плечо. Это все тоже мы делаем с помощью речи, с помощью речевого контакта и взаимодействия. Функция установления отношений с окружающими. Ведь наши отношения, ну, допустим, пришел новый врач, да, пришла новая медсестра. И наши отношения с этими людьми устанавливаются тоже в речевом контакте. Опять же, требуется представить себя, основную контактную функцию, да, осуществляет именно речь. Поговорить с человеком, рассказать о том, что тебя беспокоит, если это врач, например, да, и донести свое состояние, свое отношение к ситуации, свое согласие, несогласие. И вот в этих взаимодействиях устанавливаются отношения. С одним человеком они могут сложиться, с другим не сложиться. И это все тоже опосредованно и обеспечено речью. Вот. Ну и, конечно же, мы влияем друг на друга, это достаточно сильная функция. Все наши убеждения, все наши установки личностные, они влияют друг на друга, мы обязательно оказываем влияние на всех, с кем мы общаемся. И вот эта функция оказания влияния, она тоже, в общем-то, реализована исключительно благодаря речевой коммуникации. То есть получается, что когда мы теряем возможность коммуницировать, это я хочу особенно подчеркнуть, потому что очень часто мы воплощаем это представление, мы теряем не только способность обмениваться информацией, мы теряем огромный пласт контакта с окружающей действительностью и лишаемся подпитки, поддержки, которую в обычной ситуации мы все друг другу оказываем. И оказываем в основном с помощью речевого контакта. И вот для того, чтобы продлить максимально этот контакт, это взаимодействие, возможность обмена не только информационными, но и эмоциональными, содержательными сообщениями между нами с нашими близкими, мы можем применять достаточно большое уже на сегодняшний день количество средств альтернативной коммуникации. Ну вот сейчас последовательно по этапам я по этому поводу с вами и поговорю. Вот сейчас у вас на экране будет табличка общая, сводная. Альтернативная коммуникация для разных жизненных ситуаций. Мы разделили условно все средства альтернативной коммуникации на подходящие для трех разных ситуаций. Первая ситуация, которая может сложиться у пациента с боковым амиотрофическим склерозом, это ситуация, когда руки уже не работают, но речь еще сохранна. Человек может говорить, может постепенно набирается дезартрический компонент речи, но речь еще понятна, а вот руки уже отказываются работать и, допустим, набирать на компьютере то, что раньше было совершенно свободно и привычно для человека. Человек уже не может осуществлять какую-то работу, которую свободно осуществлял раньше, тоже не может. Это вот одна ситуация, с которой могут столкнуться наши пациенты. Вторая ситуация – это когда нет возможности говорить, то есть речь уже отказала, уже невозможно управлять артикуляционным аппаратом, но еще достаточно неплохо работают руки. Здесь для этой ситуации тоже есть целая группа поддерживающих средств, которые могут довольно длительное время нивелировать вот эти вот особенности, утерю речи и дают возможность озвучивать свои мысли, свои желания, предпочтения, в общем, ну, практически все, что вы задумали. Да? Ситуация третья, самая тяжелая, когда нет ни речи, ни работающих рук. То есть уже отказывают практически все двигательные возможности. Но и в этой ситуации, однако, есть варианты, как организовать контакт, как организовать взаимодействие так, чтобы все-таки понимание, поддержка и возможность услышать нужды человека была и у родственников, и у самого пациента. Мы распределили на 10 групп, на 10 пунктов, да, вот эти группы, 3 мы 10 пунктов выделили, в которых будем рассказывать сейчас по поводу разных средств коммуникации. Начнем с первой ситуации, когда не работают руки, но сохранна речь, и необходимо все-таки что-то делать, чтобы жизнь продолжалась в полном объеме, а
не пришлось бы полностью отказываться от работы и от взаимодействия с близкими, в том числе и через компьютер. Значит, что здесь важно? Да? И важно отметить, вот первое, о чем я скажу, это об энергосберегающих технологиях в речи. Значит, любой процесс, болезненный процесс заболевания в организме, он отнимает у самого организма очень много энергии. И важно, чтобы человек, который понимает, что он попал вот в эту ситуацию болезни, сам старался сохранить свои энергетические способности. Для этого и нужны энергосберегающие технологии, в том числе технологии, энергосберегающие в речи. Они достаточно известны. Вот сейчас перед вами кадр с перечнем этих энергосберегающих технологий, которые взят с сайта московского, который тоже посвящен полностью помощи и поддержке пациентов с БАС. У них это энергосберегающие технологии были разработаны, мы их сейчас вставляем вот в нашу презентацию, чтобы вас с ними тоже познакомить. Ну, во-первых, нужно экономить действительно энергию во всем, то это касается движений, и речь – это тоже движение нашего артикуляционного аппарата, поэтому экономим энергию, говорим медленно, набираем полный объем легких, чтобы можно было сказать на одном речевом выдохе то высказывание, которое вы собираетесь сказать. Говорим медленно, короткими предложениями. То есть это требует определенной тренировки со стороны самого пациента. Мы привыкли разговаривать развернутыми, полными предложениями. И когда приходится выбирать энергосберегающие технологии, нужно некоторое время потратить на то, чтобы приучить себя говорить коротко. Но это того стоит, потому что короткие предложения не требуют такого объема энергетических затрат от человека. Значит, старайтесь произносить каждый слог четко, делайте паузы между словами. То есть это как раз та технология, которая позволяет замедлить речь и сделать ее более плавной, более спокойной, не требующей большого ресурса от организмов. Главную мысль формулировать, идеальный вариант сразу же, да? То есть сразу начать с главного, а потом, если возникают вопросы, добиться уточнения уже взаимодействия со своим партнером по коммуникации. И очень важно то, что должны понимать и родственники пациентов с БАС, и сами пациенты с БАС, что когда вы садитесь пообщаться, вам нужно выключить все шумовые эффекты, потому что мы, опять же, очень часто, да, общаемся под разговаривающий телевизор или звучащую музыку. Но вот к моменту, когда вы приходите к выводу, что вам нужны энергосберегающие технологии, нужно приучаться выключать все для того, чтобы сесть и поговорить, чтобы не было лишнего фона, который приходилось бы преодолевать. И в плане сосредоточения внимания это тоже преодолевается, оттормаживается весь лишний шум нашей центральной нервной системы. И в плане того, чтобы не надо было кричать, разговаривать более спокойно. Второе, для вот ситуации, когда не работают руки, но еще сохранна речь, и мы ее старательно охраняем, это программы управления компьютером с помощью голоса. Эти программы позволяют сохранять человеку уже с утраченной способностью управления руками, сохранять все-таки работоспособность и работать, и продолжать то дело, которым он занимался до заболевания, в достаточно полном объеме. Вот сейчас перед вами кадр, на котором перечислены программы, которые мы нашли, которые работают, большинство из них русифицированные, то есть сама программа с русским интерфейсом. Значит, программа TypeTable, она считается одной из самых лучших на сегодняшний день, но вот она как раз не русифицированная, она на английском языке. Программа распознавания речи Горыныч, вот она русифицирована полностью, то есть она разработана нашими специалистами и тоже ею пользуются очень активно. Ну вот в конце вы видите систему «Умный дом» мы вставили, но это, конечно, для, наверное, того, чтобы просто показать, насколько большой спектр есть предложений по управлению с помощью голоса вообще всеми процессами в доме. Вот «Умный дом» система, она позволяет, конечно, полностью управлять всем оборудованием дома, от того, чтобы открыть занавески там на нужное расстояние вам, да, там, открыть двери, закрыть двери, то есть там можно управлять всем, но это, конечно, все очень
получается, дорогостоящая система. А вот первые программы, которые вначале указаны, они наиболее простые, и вот Горыныч, например, он бесплатно скачивается с сервиса, который здесь у вас указан в виде ссылки. Следующая ситуация – это когда уже у вас нет возможности говорить, но работают руки. Ситуация другая, принципиально другая, требующая совершенно другого подхода от самих пациентов и родственников. То есть если руки не позволяют, писать, то, естественно, первая же замена, которой начинают пользоваться пациенты и их родственники, это замена речи на переписку. Здесь, опять же, нужно немножко себе помогать в том плане, что эта переписка, она должна быть доступна, то есть вы не будете искать по всей квартире, да, тот листок бумаги, эту ручку, на которую вы хотите написать мысль. То есть вам нужно что-то иметь с собой, чтобы это что-то было удобное. Вот перед вами сейчас на экране те доски, которыми обычно пользуются и пациенты, и родственники, которые можно, в общем-то, по всей квартире разложить. Это совершенно недорогостоящее оборудование. И в любом месте иметь возможность написать то, что ты захотел сказать. Да? Вот. И вот такие вот с зажимами доски, на которые можно любые блокноты, любую бумагу прикреплять, они очень удобны на выходе, когда нужно сходить в магазин, там сделать заказ или, допустим, пообщаться с врачом. То есть такие доски, они плотные очень, и на них очень удобно писать, крепление для ручки. Вот я специально выбрала именно этот кадр, чтобы показать, что есть доски с креплениями для ручки, что удобно, потому что ручка все время теряется. А вот с такой доской она все-таки остается на месте. Вот. Следующее интересное для нас с вами вот во второй ситуации, когда еще можно управлять руками, оборудование – это коммуникаторы. Называются они GoTalk. Они есть на разное количество сообщений. То есть вот в верхней части картинки, которую вы видите, там коммуникаторы на одну кнопку показаны. Их можно в серию соединить, а можно просто с одной кнопкой иметь дело. То есть, допустим, на такой коммуникатор можно записать приветствие, и можно поздороваться развернуто с любым человеком, которого ты случайно встретишь на улице, например, да, или там в магазине, или с соседями, когда идешь по лестнице. То есть эта кнопка, она такая вот на неожиданную ситуацию, которая может произойти с человеком в любой момент, и человеку будет неудобно, что он не может как-то ответить, да, на вопросы. Или, допустим, сюда может быть записана какая-то информация, которую вы дома обсудили перед встречей, например, с врачом, да, и вы не хотите, чтобы за вас суфлировали родственники, вот вы обсуждаете дома, ваши близкие записывают, а вы можете врачу эту информацию, которую вы хотели до него донести, проиграть. То есть вот эти кнопки, они на одно сообщение. Ниже показаны варианты коммуникаторов на 4, на 6, на 9, на 24, на 20, на 36 кнопок. То есть тут уже вариантов очень много, показаны только 2 на 4, на 20, но их вообще на самом деле много разных. И эти коммуникаторы устроены так. Вы вставляете, значит, вот эту решеточку, видите ее на экране, да, что там, в общем-то, решетка, в которой вставлены символы. Вот эти символы, они на кнопке находятся сверху. Символ внизу на кнопку. Поэтому вот при нажатии проигрывается то сообщение, которое записано на эту кнопку. То есть, если, допустим, мы берем коммуникатор на 20 сообщений, то мы имеем возможность вот в верхней строчке, она выделена светленьким таким прямоугольником, записать постоянно необходимые нам высказывания. Ну, допустим, я бы хотела, или большое спасибо, или там добрый день, всего доброго. То есть такие, которые нам нужны достаточно часто во взаимодействии с людьми. А уже на вот эти вот нижние 20 кнопок, на них записать конкретные под обсуждаемую ситуацию конкретные высказывания. Вот чаще всего их объединяют по темам. Например, что-то там по поводу еды и питья – одна тема. Вторая тема может быть по поводу, например, там, ваших ощущений,
каких-то там, болезненных или наоборот приятных, или просьба там, сделать массаж, или просьба, там, например, пригласить доктора или что-то еще. То есть все, что связано со здоровьем, с вашими ощущениями. Там, на следующий, может быть, что-то связанное с вашей заинтересованностью в жизни ваших близких. То есть вопросы, как дела, вопросы, там, что было на работе. То есть те вопросы, которые, собственно, вы задаете обычно и задавали до того, как утеряли речь, да, и которые представляют сферу ваших интересов в общении с близкими, вы можете записать на эти кнопки. Здесь есть 5 уровней записи. Вот под каждой из этих кнопок есть 5 уровней записи. И вы можете, переключая уровни, зная, что вы туда записывали на первый, на второй, на третий уровень, какие темы, можете таким образом использовать все 5 уровней этих записей. Но здесь, конечно, требуется все-таки двигательная, достаточно еще выраженная двигательная активность, чтобы перемещать руку с пальцем, которым вы можете нажимать, и тогда голос звучит, который записывал вам эти сообщения. Записывается тоже очень легко, то есть на обороте одна кнопка для записи, вы записываете, ваши близкие записывают то, что вы их просите, и, соответственно, вы имеете возможность этим пользоваться. Очень по-разному. То есть, вот на самом деле нужно, наверное, пробовать, вот поэтому мы ведем индивидуальное консультирование для пациентов и их родственников, потому что, наверное, нужно пробовать сначала, да, что и как, а потом уже, когда человек разбирается с одним уровнем, тогда он уже начинает пользоваться двумя, тремя и более уровнем. И вот такое на 20, например, у нас есть, и можно попробовать воспользоваться, попробовать непосредственно, как это работает и подойдет ли это именно вам. Следующие возможности, которые при сохранности двигательной могут быть использованы для поддержки коммуникации, это языки жестов. Ну, классический язык жестов, дактилология, это язык, которым пользуются в среде глухонемых, но нам с вами вот нужно скорее, сейчас вы видите книжку, в которой можно посмотреть все основные жесты и обозначения букв и звуков, но нам с вами в большей степени подходит даже не вот сама дактилология, а именно язык жестов. И вот в книге «Жестовая речь. Дактилология» там есть большой набор жестов, которые можно оттуда перенять и их потихонечку выучить, и ими пользоваться в поддержку бытовой коммуникации. Значит, вот, допустим, очень простые жесты, ну, я взяла те, которые могут быть использованы для коммуникации, самые простые, там, кровать, видеомагнитофон, то есть, допустим, если хотелось бы полежать, достаточно сделать жест, и, в общем, будет понятно вашим близким, если вы его вместе выучили, то будет понятно, что вы хотели бы пойти лечь на кровати. Для этого не нужно тратить много сил для объяснения своего желания. Достаточно одного жеста. Точно так же, если вы, например, собираетесь на дачу или, наоборот, не хотите ехать на дачу, а хотите остаться в городе, вот достаточно одного жеста, там, да, деревня и его головы для того, чтобы человек понял, что вы хотите, например, туда ехать, да, или наоборот, там, вот этого жеста «город», для того, чтобы стало очевидно, что вы хотите остаться в городе. То есть жесты очень хорошо подкрепляют речь, и жестами еще важно то, что мы все время пользуемся жестами в повседневной жизни. Мы к ним привыкли, мы знаем, что значит кивнуть головой, мы знаем, что значит помотать, мы прощаемся пока, мы встречаемся, мы можем делать жест «привет», и мы все друг друга... То есть это органично входит в нашу жизнь, мы привыкли взаимодействовать друг с другом, подкреплять свою речь жестами. Поэтому, если есть такая возможность и руки позволяют, то, конечно, жестовое подкрепление, оно более органично вписывается в нашу повседневную практику, чем все технические средства коммуникации. Но тоже требует определенного времени на подготовку, потому что все-таки жесты нужно выучить. Их невозможно придумывать на ходу, да, их можно только подтягивать под необходимые жизненные ситуации и постепенно выучивать. Следующий вариант, как можно, имея достаточный объем движений в руках, осуществлять речевое взаимодействие, это так называемые синтезаторы речи. Вот сейчас перед вами кадр, где перечислены основные рабочие программы, в которых человек,
лишенный возможности произносить то, что он хотел бы сказать, может набрать текст, который хотел бы, чтобы он был произнесен. И после того, как текст будет набран, программа его проговорит. И таким образом вы, в общем-то, получаете возможность полноценного высказывания, но единственное, что синтезированным голосом. Вот программы синтезатора речи, они разделены на две рабочие программы. То есть, с одной стороны, вот эта программа, в которой набирается текст, балаболка, говорилка, они очень известны, в интернете про них очень много отзывов, и пользователей у них достаточное количество, так что всегда можно посмотреть, и форумы есть, вот ссылочки вы видите прямо на экране. Вот. А вторая половина, сейчас следующий кадр будет, это речевые синтезаторы. Это вторая половина, вот эти две программы работают вместе. Речевые синтезаторы для вот указанных выше программ подходящие. Эти речевые синтезаторы позволяют воспроизводить русскую речь в приложениях Microsoft, разработанных фирмой Microsoft, и на компьютерах, на обычных, они устанавливаются, и можно вполне взаимодействовать и общаться с теми людьми, которые приходят к вам в гости или вот где-то, где есть компьютеры, да, взаимодействовать с помощью этих программ, имея их на сменном диске с собой, весь этот комплект настроенный. Вот. Следующий программа, следующий вариант вот тоже озвучивающих программ, да, которые позволяют озвучить то, что вы хотите, но он подходит больше для тех людей, у которых уже есть трудности с управлением руками, но все же еще руки работают и доступна работа на планшете. Эта программа JabTalk, она устанавливается на обычный планшет, требует вот версию, тут сейчас вы видите кадр, там написано версия Android 4.0.3 или более поздняя, то есть вот 4.0.3 и далее. Вот, скачивается она абсолютно бесплатно на сайте, он тоже виден у вас на экране. Смысл этой программы в том, что вы вместе с вашими близкими наполняете картинками или знаками, или пиктограммами, как вам удобнее, или фотографиями, определенный банк данных, да, которые распределяются по папкам в привычном нам с вами варианте использования компьютерного архива. Да, то есть папки, в них могут быть вложены как папки, так и отдельные файлы. Отдельный файл – это конечное слово, конечное понятие, которое необходимо вам для общения по данной теме. Папка – это определенная тема. Ну и, соответственно, если вы хотите поговорить о еде, вы идете в папку, где у вас все продукты там вам интересные, там или напитки перечислены. Если вам нужно поговорить о работе, вы идете в ту папку, в которой у вас там все рабочие ваши необходимые собраны, все собраны слова. И что важно, что интересно в этой программе, интересно то, что вы можете составлять высказывания в верхней строчке, то есть вы выбираете эти слова, которые вам нужны, они встают в верхнюю строку, и вы можете набрать полностью высказывание и проговорить его. То есть вы можете подготовиться к тому, чтобы контактировать с человеком, с которым вы собираетесь, да, которому вы хотите что-то сказать, потом позвать этого человека и, соответственно, проиграть ему высказывание. Вот это тоже такая возможность важная. И еще то, на что я хотела обратить внимание, что очень важно в данном случае, на мой взгляд, то, что при ухудшении состояния, при постепенной утере возможности работать с свободным движением рук, да, при постепенном ограничении к отсутствию речи еще и движения рук, мы все равно выходим на все более и более узкий и такой специфический, да, вариант общения, когда нам нужно просто показать на какой-то знак, чтобы нас поняли. Так вот, вот эта программа JabTalk, она позволяет подготовиться в том числе и к тому более позднему этапу, для того, чтобы единая система обозначений в семье уже была отработана, была использована, и тогда даже при утере возможности использовать эту программу, все те же обозначения, знаки и привычные символы можно вынести на отдельные карты, о них мы чуть позже поговорим, и на этих картах продолжить общение,
которая уже не потребует такого активного движения, но все равно будет в том полном объеме, который вы освоили, пока работали с джепталком, осуществляться вами уже на таблицах. Из этой же серии, из серии программ, позволяющих работать буквально одним нажатием, да, человеку, у которого нет речи, нет возможности речевого общения, но еще есть возможность двигательного общения, это программа Ивана Бакаидова. Иван – человек с церебральным параличом, молодой человек, очень активный молодой человек, очень талантливый молодой человек, который сам был, столкнулся с необходимостью из-за речевых особенностей показывать окружающим объем своих знаний, объем своего понимания, сам желал общаться как можно более свободно, несмотря на речевые ограничения. И в результате он создал целый ряд программ для разных жизненных ситуаций, которые есть на его сайте. Вот сейчас у вас перед глазами как раз кадр, на котором внизу есть ссылочка на сайт Ивана. И он позволяет подобрать, вот у него есть три уровня программ, да, первый уровень – это если человек может нажимать только одну кнопку, программа может ему помочь достаточно развернутые высказывания составлять, и будут эти высказывания озвучиваться. Потом, если двигательные возможности повыше, то может быть вариант DISTALK, это аналог программы JAPTALK, о которой я только что рассказывала, но только более простой, и на самом деле вот он даже, наверное, проще. Эта программа тоже рассчитана на планшет, и смысл ее близкий к JAPTALK, о котором я только что говорила. Вот. И третий вариант – это если пользователь может печатать на планшете, то программа DISTYPE, она разработана Иваном для того, чтобы напечатанный текст переводить в речь и без всяких дополнительных программ, которые требуют отдельной установки. Иван очень открыт для общения, на сайте есть все его контакты, можно с ним списаться, и он всегда с большой расположенностью отвечает всем, кто нуждается в помощи, кто нуждается в средствах альтернативной коммуникации. Так что вполне можно обращаться к нему напрямую. И вот, значит, с этого момента мы переходим уже постепенно к ситуации. И сейчас вот отдельно я скажу о первой программе Ивана, DISQWERTY, которая представляет собой клавиатуру и управляется одной кнопкой. И с этого момента мы переходим уже дальше к ситуации номер три, когда нет речи, и руки уже практически не работают, и какую-то выполнить там набор текста, это уже представляет для человека, ну, огромную трудность и требует таких усилий, которые чаще всего пациенты уже просто не способны затратить. Поэтому нужны какие-то средства, которые позволяют одним взглядом или одним буквально движением пальца производить какой-то выбор. Переходим туда. Сейчас вот я сказала про первую программку в нашем списке у Ивана, да, DISQWERTY, которая представляет собой клавиатуру. Вот перед вами, собственно, тренинговая, так называемая, бумажная клавиатура, по которой, по этому же принципу сделана программа. Как это выглядит? То есть курсор двигается по клавиатуре сам, давая определенную паузу на реакцию человека, чтобы человек мог застопорить его на нужном месте, да? И в момент движения курсора человеку, который управляет программой и набирает текст вот в этом вот окошечке прямоугольном, которое внизу выделено, значит, там получается, когда курсор достиг нужной вам буквы или цифры, ваша задача нажать на кнопку. Программа фиксирует выбор, и буква помещается, соответственно, в то вот окошко, и постепенно происходит набор. Как только вы сделали выбор, курсор перемещается на старт, и снова начинается проход всей клавиатуры. Вы делаете выбор в тот момент, когда вам нужен второй звук и так далее. То есть это затрат, в общем-то, минимальные затраты того пациента, который работает. То есть это затраты буквально на одиночное нажатие, но при этом можно полностью выбирать все, что вам нужно, и таким образом составлять, по крайней мере, по одному слову, здесь достаточно легко можно составить высказывание, ну, даже в очень ограниченных ситуациях. Да? Аналогичным образом
можно тренироваться перед тем, как перейти на таблицу. Вот у Ивана действительно сделана вот эта бумажная клавиатура дополнительно к программе, которая подобным образом работает, для того, чтобы можно было потренироваться на бумажной клавиатуре в составлении высказываний. И если даже отсутствует вообще возможность движения, то впоследствии этой же бумажной клавиатурой могут пользоваться близкие, осуществляя вот это движение курсора, а клавиатура уже будет знакома. И очень важно вообще, чтобы альтернативное средство коммуникации не сваливалось на человека как снег на голову, а было бы хоть как-то знакомо человеку ранее. Да? Нам с вами клавиатуры знакомы всем. Здесь расположение букв точно такое же, как на клавиатурах на обычных. И поэтому мы, имея вот эту базу знаний расположения букв и цифр на клавиатуре, можем значительно проще, чем с любыми другими таблицами, взаимодействовать вот с этой клавиатурой. И если... Еще раз подчеркну, если уже утрачена возможность даже нажимать одной кнопкой, то вот это вот перемещение курсора может осуществлять партнер по коммуникации. И, допустим, моргание глазами будет осуществляться выбор. Это очень сильно увеличивает возможность использования в течение длительного времени вот этой клавиатуры при постепенном угасании функции. Это важно. Не надо менять средства коммуникации при угасании функции. Вот такой важный момент. Что еще есть на случай, когда доступно буквально только одно движение? Есть вот такие вот кнопки. Эти кнопки, вот сейчас они у вас на экране, сервисы кнопки, это отдельные кнопки, большие кнопки, крупные, которые могут быть на кронштейнах подсоединены. Вот если, допустим, с охраной движения головой, можно на край кровати крепить, чтобы, вот, допустим, да, прикреплена кнопка, и человек мог бы, нажимая на нее головой, позвать, допустим, если на эту кнопку записано сообщение «пожалуйста, подойди ко мне», то человек нажимает, и вы слышите, даже если находитесь где-то в другом месте, да, в квартире, вы слышите, что человек вас зовет, и вы можете подойти. То есть эта кнопка, как кнопка вызова, может работать с одной записью. Это тоже удобный вариант, они есть у нас в стране, есть разные варианты этих кнопок, я специально разные приложила, чтобы было видно, что есть некоторый выбор, под который можно под свою ситуацию подобрать. Ссылка внизу на группу «Альтернативная коммуникация» ВКонтакте, в которой как раз вот более подробная информация по этим кнопкам может быть найдена. И есть контакты, где можно купить, где можно заказать эту кнопку. Таблицы для общения. Вот клавиатура Ивана Бакаидова, о которой мы говорили выше, это как может быть использована после того, как программа становится недоступной, эта клавиатура может быть использована как таблица для общения. Об этом я вам рассказала выше. Но таблицы, они есть разные, то есть не только по клавиатуре можно ориентироваться, тем более клавиатуру требуется тогда распечатывать достаточно большого размера, чтобы можно было перемещаться и видеть на большом расстоянии эту клавиатуру без проблем, да, опознавать эти буквы и знаки. Вот. Есть другие таблицы, и есть разные способы указания на таблицу, то есть каким образом человек, который уже лишился на данном этапе, да, и возможности говорить, и возможности управлять своими движениями, мог все-таки по вот этим таблицам составлять высказывания. Значит, какие способы существуют? Вот сейчас перед вами кадр, да, ну, во-первых, самостоятельный указательный жест, да, если доступно движение, даже без подъема руки, а просто лежащей руки, но доступно движение пальцем, то может быть указательный жест вот при небольшой амплитуде на маленькой таблице, за которой глазами человек следит, куда его палец попадает. Но, естественно, это тогда уже не алфавитная таблица, это таблица выбора, допустим, там, среди определенных тем, да, среди каких-то крупных тем, о чем человек хочет поговорить. Есть вариант самостоятельного указывания с помощью лазерной указки. У нас были случаи, когда указка крепилась вот здесь вот с помощью резинки на лоб, и человек поворотом головы лазерной указкой указывал. Вот. Есть варианты, когда лазерная указка крепится, ну, как вот часы. Там есть фотография сейчас перед вами, да, как часы с лазерной указкой. Ну, просто лазерную указку крепят на руку, если в руках еще остаточный вариант движения, да, остается, можно указывать.
таблицы для общения, которые человеку более понятны, приемлемы и удобны, они крепятся в этот момент обычно на стене перед кроватью для того, чтобы было достаточное расстояние, и небольшая амплитуда позволяет перемещать этот луч. Вот очки, которые изображены тоже сейчас у вас на экране, да, я сейчас их покажу, когда мы закончим с этим кадром. Очки с лазерной указкой, они позволяют движениями головы, а не движениями руки, точно так же вот на закрепленной на стене таблице указывать на нужные символы. Почему это важно? Потому что минимальные движения головы могут быть сохранены очень долгое время. И вот такие вот очки, они даже есть у нас в службе помощи пациентам с БАС. То есть их можно взять, попробовать, составить эти таблицы и посмотреть, удается ли пациенту управлять вот этими минимальными движениями головы. И таким образом, вполне вероятно, вы получите возможность значительно более широкой коммуникации, чем без подобного оборудования простейшего. Договорю до конца вот этот слайд. Значит, инициация, контакты, активное реагирование движениями головы по типу «да, нет». В этом случае имеется в виду что? Что вы указываете по выбранному варианту таблиц. Таблиц мы сейчас посмотрим дальше, помимо клавиатуры Ивана. Вот есть еще несколько вариантов таблиц, мы сейчас их обсудим с вами. Но важен способ работы с таблицей. Да? То есть если человек может пальцем показать, так он сам покажет, на что ему нужно. А если нет такой возможности, то тогда вы становитесь тем указывающим человеком, который двигается по таблице, указывая последовательно на каждый символ таблицы, и договариваетесь с пациентом, каким образом он будет осуществлять выбор. Чаще всего осуществление выбора происходит медленным закрыванием с последующим открыванием глаз, то есть морганием. Закрыл глаза, открыл глаза, значит, выбор произошел. Вот. И сигнал о дискомфорте, утвердительная реакция морганием в ответ на показ собеседника. Да? Вот, то, что я вот только что рассказала, да, в ответ на показ собеседника. Это вот тот вариант, который есть. Есть еще вариант «да, нет». Да нет, это когда нет возможности на что показывать, когда вы просто спрашиваете и просите человека реагировать, вы закрепляете либо реакцию «да», либо реакцию «нет». Если человеку проще делать боковые движения, значит, соответственно, реакцию «нет» закрепляем. Да? Если человеку очень трудно двигаться и остается только моргание, то моргание обычно идет как вариант выбора, то есть реакция «да». Только вот реакция «да». Вы говорите, делаете паузу, допустим, там, что сейчас будем делать, массаж, паузы, реакции нет. Хорошо, тогда, может быть, там, купаться, да, обтираться или что-то еще, то есть какие-то другие мероприятия. Человек может отреагировать, готов он к этому или нет. И вот то, что человек выбирает, вы понимаете, что к этому он готов, вы можете выполнять эту процедуру. То есть вот таким образом реакция «да», она подтверждает для вас готовность пациента к тем или иным мероприятиям. Следующие, вот сейчас я тогда покажу вам очки, а после этого уже кадр. Вот очки, вот они самые обычные очки, пластиковые. Качество у них, конечно, не очень, это чисто китайское изобретение. Но вот отсюда, вот из этой точечки идет возможность... Ой. Не то. Еще раз. Что-то не то включилось. Вот, это выключилось. Сейчас идет возможность вот показывать. То есть я сейчас их прямо даже надену. Стекла, кстати сказать, можно вынуть. И вот, допустим, мы сейчас перейдем с вами к табличкам общения, следующим по пиктографической коммуникации. Я вам сейчас покажу, каким образом это может быть. То есть вот, допустим, у нас с вами есть таблица, и вот красненький значок, которым я выбираю, допустим, поехать домой, пить, кушать, поговорить о времени проведения чего-то, или там, допустим, я беспокоюсь о каких-то своих личных вещах, или мне нужна гигиеническая помощь, и я могу вот таким образом, указывая совершенно точно. При этом, не знаю, видно ли это со стороны, но движение требуется совершенно минимальное для того, чтобы этот луч таким образом переместился с одной пиктограммы на другую. Больше проблем обычно у пациентов возникает даже не с перемещением в такой ситуации, а с удержанием
то есть чтобы туда-сюда, этот, да, чтобы удержать какой-то момент на одной пиктограмме, чтобы луч не ходил туда-сюда. Тут вот больше даже вот здесь требуется некоторая такая приноровиться и потренироваться вот к этому моменту. Что же касается пиктографических средств коммуникации. Допустим, вот если пациент пользовался программами типа Жакталка или Дисталка Ивана Бакаидова, то по мере ухода функций те символы, которыми вы наполняли те программы, достаточно должны быть простые символы, да, чтобы их можно было использовать и позднее на протяжении всей жизни пациента, необходимо, чтобы они были сгруппированы так, чтобы вы могли выбирать тему для общения. Вот в данном случае сгруппированы таким образом символы, чтобы можно было обсудить все основные темы, поговорить о транспорте, о том, на чем, допустим, поехали в больницу там, или куда-то, да, поговорить о технических средствах, если они используются в общении или что-то нужно человеку, поговорить о гигиене, о личных вещах, о том, что происходит дома. Если человек лежит все время, то что происходит в доме, он может, в общем-то, даже и не понимать, да, ему это может быть интересно, кто пришел, откуда пришел. То есть это такой живой, реальный интерес, который неплохо было бы удовлетворять, да. О том, что происходит вне дома, может быть, там интересно, что происходит на работе у вас или там у других близких людей. О людях, о ком-то, может быть, спросить, да, или вы ждете в гости кого-то, чтобы можно было поговорить, да, об этом человеке. Чувствах, эмоциях, которые человек испытывает, о том, как человек себя чувствует и что ему необходимо сейчас. Допустим, например, многие пациенты говорят, что очень часто ощущают, что чешется рука или нога, но об этом сигнализировать никак не могут, но ведь это же необходимо как-то об этом сообщить, да? А, возможно, о религии, если ваши близкие верующие, что-то, вопросы религии могут быть задействованы. То есть вот одна такая карта, она позволяет пациенту инициировать общение на определенную тему. И вот к такой карте в дополнение уже могут быть по каждой теме сделаны более подробные карты со знаками или фотографиями. Но что нам позволяет вот такая обобщающая карта для общения, которая тоже осуществляется выбором? Вы причем точно так же может человек с помощью лазерной указки, да, это осуществлять выбор и показывать свою инициативу. А может быть, вы сделали, допустим, кнопку, которая специально позволяет человеку синициировать, что ему нужно пообщаться, и вы уже договорились, что вы в ответ на этот инициирующий сигнал вы берете вот эту общую таблицу и выясняете, про это, да, нет. Про это есть, ага, вот, например, да, мы говорим о самочувствии, что-то нужно по самочувствию выяснить, есть реакция, да. Вы убираете общую табличку и берете табличку по самочувствию. Ну вот мы сделали вот такую вот общую таблицу для консультации, для наших, для того, чтобы можно было, ну, как-то на одном листе осуществить взаимодействие по поводу самочувствия, выяснить различные вопросы. То есть, например, допустим, там, что болит, да, или что чешется, да, и здесь вот есть разные части тела, на которые вы можете показывать. Допустим, болеть может сердце, да, или болеть может, допустим, там рука или нога, могут быть болевые ощущения. И вы, постепенно получив сигнал, что речь идет о самочувствии, что нужно что-то выяснять про самочувствие, вы благодаря одной табличке можете эту тему как-то более подробно, что именно о самочувствии. Да? И если человек имеет возможность вот этого управления головой, то он может достаточно быстро показать вам конкретно то, что ему нужно. Для этого, естественно, желательно ориентированности вашей и вашего пациента, вашего близкого, в том, чтобы он был ориентирован в этих символах и понимал, где что расположено. Поэтому обычно вот такие таблицы уже бумажные, они идут в дополнение к предыдущему этапу работы с программами Жакталк или вот Дисталк Ивана Бакаидова. Какие еще есть варианты таблиц? Есть варианты таблиц просто алфавитных. Ну вот, допустим, вот такая табличка. Вот у вас сейчас на экране кадр, там два варианта таблицы с алфавитом. Это цветная, а вторая, соответственно, такая более простая, серо-синяя, да? Смысл один и тот же у этих таблиц. То есть можно составить слово по показу
тех букв, которые есть. Вот, допустим, я хочу составить слово там, не знаю, год, да, например. То есть мы показываем на сначала по цветам здесь, здесь, здесь или здесь нужна первая буква или здесь, да. И вот, вот у нас Г вот здесь с вами находится, значит, я показываю здесь. Реакции нет. Показываю здесь, реакции нет. Показываю здесь, реакция есть. В этой строчке. Дальше мы идем по строчке. Хорошо. Эта буква нужна? Нет. Эта буква нет реакции. Эта буква есть реакция. Прекрасно. Г. Первая буква. Вы сразу же записываете на листочек, чтобы составить слово, не запоминать его в уме, а составить его сразу же. Там, допустим, О, да, следующее. То есть человек задумал слово год. Мы этого не знаем, но мы можем это выяснить. Хорошо, следующая буква какая? Здесь. Есть реакция, здесь будет, да, следующая буква. Замечательно, какая? Это нет реакции, это нет реакции, это нет реакции, это нет реакции, это, да, есть реакция. Все, значит, О, следующее. И мы таким образом вот по букве составляем то слово, которое задумал человек. Очень часто вот такие алфавитные таблицы или клавиатура по Ивану Покаидову, если пользуемся той системой, такие таблицы, они позволяют выловить то, что человек про себя думает. Потому что иногда никакие тематические таблицы не могут описать ту мысль, которую человек хочет до вас донести. Да? И поэтому вот пользование такими таблицами, оно дополнительно позволяет уточнить любую мысль. Поэтому таблицы эти, они, конечно, нужны, ну, буквально во всех случаях, когда отсутствует коммуникация, потому что позволяют все тонкости передать задуманного человеком высказывания. Следующий момент с таблицами тоже очень важный, это когда приходят посторонние люди, ну, допустим, нанята сиделка, да, у нее вроде бы нет задачи какого-то более глубокого общения, да, с человеком, выяснения каких-то предпочтений, но ей просто необходимо знать, все ли хорошо, хочет ли человек пить, есть, может быть, там возникают какие-то боли, может быть, ноги затекли, может быть, еще что-то. То есть вы все знаете, да, с чем сталкивается пациент в повседневной жизни. И вот такие таблички вот сейчас у вас, таблица потребностей на экране, да, вот такого плана таблички потребностей вы можете составить для тех помогающих специалистов, которые заменяют вас на время и, может быть, не владеют всеми теми средствами коммуникации, которые вы установили между собой и пациентом, но зато могут вот в такой простой форме с пациентом договориться и выяснить его потребности на данную минуту. Тоже очень удобно для помогающих специалистов и для того, чтобы могли сидеть с пациентом разные люди, и при этом самому пациенту было бы комфортно, он мог бы выразить свои желания и нужды. Вот. И последний, 10-й пункт нашей вот этой вот, да, общей таблички – это управление компьютером с помощью движения глаз. Таких систем сейчас разработано несколько, в разных фирмах они разработаны. Вот первое здесь на экране у вас как раз сейчас два варианта. Да? Это компания Samsung разработала технологию, которая позволяет считывать движение глаз пациенту, причем там у Samsung очень интересно разработано, у них разработано так, что пациент может лежать в абсолютно любом положении, то есть угол зрения может быть не обязательно прямой, можно, глядя сбоку на этот компьютер, вот если удобнее установить, да, так, и человеку удобнее лежать на боку, то есть даже боковым зрением, если подобрать установки вот этой вот приставочки, которая под компьютером крепится, то она, в общем, даже боковое зрение будет улавливать. Весь смысл управления компьютером с помощью глаз заключается в том, что вы движениями глаз выбираете нужный вам символ, а морганием, так же, как мы только что обсуждали вот в обычных таблицах, да, вы подтверждаете свой выбор. То есть вот этот вариант подтверждения морганием, он работает везде одинаково. И во взаимодействии личном, и во взаимодействии по таблицам, и во взаимодействии с программой, которая считывает движение глаз. Вот, ниже, по Samsung Electronics, вот эта приставочка Samsung, они просят писать непосредственно им на сайт. Вот прям набираете Samsung Electronics, попадаете на сайт, там есть про адаптационные их программы, и вот там есть у них адрес указан, по которому вы прямо пишете письмо о том, что вам необходима вот эта вот программа. Единственное, конечно, писать придется на английском языке. Вот. Камера маус. Значит, камера маус – это камера мышь. Это программа, она устанавливается на ноутбук.
Она, к сожалению, совершенно не русифицирована, но, опять же, для тех, кто владеет свободно английским, это подходящее программное обеспечение. Оно позволяет, используя камеру ноутбука, если ноутбук расположен непосредственно перед глазами пациента, то есть в сидячем положении, управлять всеми программами на ноутбуке с помощью движения глаз. При этом сама камера фиксирует движение глаз. Но вот там очень важно расположение. Почему я про Samsung сказала, что у них вот такая приставка сделана, что там расположение становится неважным. То есть даже боковое зрение, то можно настроить, и их установочка вот эта вот, крепящаяся под компьютером, будет это боковое зрение ловить. Они такие пока одни, потому что всем остальным требуется именно прямой взгляд. То есть вот камера Маус, она точно так же устроена. Кто владеет английским, очень простой интерфейс. Много видео о том, как пользоваться на сайте. Вот сайт вы видите сейчас на экране. Аналогичная совершенно ситуация с приставкой фирмы Tobii. Сейчас перед вами будет кадр, на котором есть ссылочка, опять же, где посмотреть информацию по этим приставочкам. Значит, полное требование к компьютерам, которые необходимы для того, чтобы эта приставка работала. Она, опять же, подходит для ноутбуков, для современных, для всех уже абсолютно. Вот. И отдельно хочу сказать, что приставки фирмы Tobii есть сейчас у нас в службе. Мы их предоставляем во временное пользование, то есть их можно попробовать с ними поработать. Основное ограничение здесь, собственно, это желание самого пациента и возможности энергетические в работе, потому что все-таки управление глазами требует определенного напряжения. Человек должен достаточно внимательно всматриваться, внимательно управлять морганием, внимательно управлять прослеживающими движениями глаз. То есть это требует напряжения, и не все пациенты это напряжение выдерживают. Поэтому, на мой взгляд, нужно просто пробовать, если вы понимаете, что ситуация приближается к тому, когда человек не сможет уже работать руками и не сможет продуцировать голосом речь, то нужно брать заранее это оборудование и стараться его осваивать постепенно, потому что если вы начинаете осваивать его тогда, когда уже ни речи, ни голоса нет, то и энергии к этому моменту на освоение нового обычно уже тоже нет. Идеальный вариант – начать заранее, привыкнуть к системе, тогда она требует значительно меньшего уже обеспечения энергетического, и к моменту, когда человек лишается способности по-другому как-то взаимодействовать, он получает возможность пользоваться уже знакомой ему программой. Это очень важно. Поэтому, собственно, вот, пожалуйста, Tobii, обращайтесь к координатору в ГАРДИ, координатору нашей программы, и осваивайте, и помогайте себе. Да, на самом деле они сейчас и для приобретения уже стали доступны. Если там пару лет назад это были какие-то совершенно бешеные деньги, то сейчас это уже стало совсем, ну, не новое теперь оборудование, оно уже известное, оно стало уже совсем других денег стоить, поэтому вполне можете рассмотреть вопрос, если все пошло и все получилось, даже приобретение этого оборудования. Это не миллионы уже теперь. Вот аналогичный вариант. Израильская компания. То есть если у кого-то есть возможность в Израиле пообщаться вот с фирмой Чеганс, вот, то вот эту программу с этим оборудованием, с этой специальной камерой тоже вполне можно из Израиля получить, но там опять же нет переводов на русский язык, то есть там нет русификации. То есть это все нужно читать на том языке, на котором сделаны программы. Вот. И в заключение я хочу сказать буквально пару слов, подчеркнуть, что очень важно не ждать того момента, когда какие-то возможности будут уже утеряны. Понимая, в какую ситуацию вы попадаете, что в случае запуска, да, бокового амиотрофического склероза в первую очередь начинает отказывать голос или руки, выбирайте. Мы вам с удовольствием в этом поможем, то есть все расскажем, все покажем, поможем потренироваться. Выбирайте те средства альтернативной коммуникации, которые позволят вам впоследствии в самых уже обедненных условиях, в отсутствии движения речи, взаимодействовать с вашими близкими. И начинайте постепенно вводить их в практику своей жизни, даже на том этапе,
когда еще сохранна речь или еще в полной мере сохранны движения, для того, чтобы пока есть силы, есть энергия, освоить те способы взаимодействия и коммуникации, которые впоследствии, когда уже будет значительно меньше силы и энергии, позволят вам сохранить максимум объема взаимодействия, контакта и общения с вашими близкими. Тогда, несмотря на тяжелое заболевание, вы будете иметь возможность общаться, поддерживать, взаимодействовать с близким вам человеком. Большое спасибо вам за внимание. Сейчас на экране у вас будут контакты нашей группы, службы БАС в Петербурге. В этой группе есть специальное выделенное обсуждение средств по общению, где вы всегда можете задать мне свои вопросы, рассказать о ситуации, я там всем отвечаю. И электронная почта, по которой вы можете мне написать. После начала почты «ноу» идет нижнее подчеркивание перед словом «странник». Жду ваших сообщений и писем. Всего наилучшего!